ты в ветке положил грецкий орешек, да? Ты думаешь, его потом там найдешь? Их же на мусор вынесут. На, вот тут маленькая шишечка завалялась. Может, ты с ней хоть повозишься, поешь. На, малышка, на. Набери. Набери, мой маленький, набери. Бери, 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 учись. Ну что, опять напугался? Бери, мой хороший. Не решился. Вот со второго, видишь, первого раза взял, со второго не решился. Ух, там нашел что-то. На. У меня еще есть яблочки, я тебе могу дать. На шишечку. Ну-ка, на. Тебе подкинуть? Ты из рук не возьмешь? На, бери, на. На, бери, маленький, на, подходи, бери. Ну, вот, взял, наконец. Ну, вот, умница. Хоть, может, его поешь. Он ее, похоже, закапывает. Ну, пошел, на. Да, он ее спрятать хочет. Он не голодный. Вот что он такую познату в 5 часу ходит? Заготовки себе на зиму делает ребенок. Вот он ее сейчас спрячет. Не получается спрятать ее. Нет, решил все-таки копать, ковырять. Шишку целиком не запрятал. Будет, наверное, выковыривать орешки и прятать. Но это ж надо какое. Если он не хочет. Да, пошел прятать. Положу ему тут рядом яблочко. Интересно, что яблоко будет есть или нет. Рядом с шишкой положу. Шишку-то вспомнил, где она? Нашел? Нашел? Нет, шишку берет, яблоко не взял. Опять пойдет прятать. Сейчас натеребит и пойдет прятать. Ты мой маленький. Ну ладно, тереби, пусть яблоко лежит, может потом съешь. Вот другой малыш прикопал фундучок. Ну иди сюда, иди сюда, иди. Не пойдешь? Не пойдешь, боишься? Не пойдешь, иди сюда. Иди сюда, маленький, иди. Иди, малыш. Ну давай я тебя здесь вот положу, иди сюда. О, уже убежал. Уже убежал. Ну иди сюда. Иди, мой маленький. А, вот этот тип белок, они все бегают, все не подходят. Вот хвостик с таким радостным кончиком. Ребенку только вот так. Сейчас покажу. Ну-ка, иди сюда. Где ты там бегаешь? Ну-ка, на. Нашел? Вот, взял. А там кедровые лежат. Пошел на то дерево.